Всем привет, с вами Виктория Мун, и прошу починить свой волос. Но сегодня будет кое-что интересное, подробнее расскажу позже. Ну, а пока что я буду ждать Настю, вот, а там я все подробнее расскажу. Я, кажется, уже вижу Настасью, но это не точно, поэтому вот. На меня кто-то зрители смотрят, неважно, нормально, да, это Настасья, вот. Сейчас обниму Настеньку. Настенька, это очень странно. Вот. Я расскажу подробнее. Hello, it's me. Привет. Пошли. Небо больше как. Смотрите, контраст. Да, 8. Тут все блестит, и люди убирают. В общем, сегодня проходит... Я называю это фэшн-фестивалем, но это не точно. В музее украинского искусства. Вот. Там будут разные. А, да, ты не знаешь, ну ему не важно. Вот. Там культурный отдых. Ага. Там будут разные зоны. Фотозоны, я знаю. Я ради этого, в принципе, сюда иду. Вот. Еще там будут всякие штуки интересные. Я надеюсь, там будет классно. Насчет моего голоса. Перед тем, как у нас был капустник. Я надеюсь, влог уже выйдет к тому моменту, когда я выложу это видео про капустник. Там было очень круто и интересно. На этом окончательно сорвала свой заболевший голос. И сегодня я уже хоть как-то разговариваю, а до этого вообще говорить не могла. И я хотела выложить видео, но с таким голосом, по-моему, вообще не круто выкладывать видео, поэтому сорян. Вот. Я жду фотозону. Вот, мы сейчас пойдем вот туда. Ради красивых фотографий. Вот туда. Знаете, я помню, помните кусок, когда я говорила еще во Львове, то, что когда мы были на фестивале крафтового пива, что было бы классно, если бы такое было в Днепре. Боги услышали мои прошения, и теперь такое только круче есть у нас. Я надеюсь, такое будет почаще. Да? Всем привет! И сегодня я очень надеюсь, что будет интересный день. Сегодня у меня 2 собеседования на работу. А потом, как я поняла, то в центре должно быть что-то типа танцевального фестиваля или что-то танцевально интересное. И я надеюсь, что будет классно. Я встречусь с Алиной. Но если это не окажется интересно, тогда мы просто пойдем в какое-нибудь уютное кафе, посидим и пообщаемся. Я вас беру с собой, так что погнали. Алина, скажи привет. Приветик. Потому что по-другому я не могу. Ну, нет, мы еще можем вот так идти, в принципе. Но, по-моему, это не очень круто. Вот. Ну, будет пока вот так вот. А ты микрофон не скрываешь? Не уверена, но это не важно. Вот, я была на 2 собеседованиях. У меня разряжается телефон, поэтому мы сейчас пойдем в кофейню. Будем там пить кофе, а потом, может, пойдем на фестиваль или что это вот такое вот, вообще непонятно. You think that I want you, but not, babe. Номер 59. И их куратор Коприна Валерия. Что происходит? В общем, вы вот это вот посмотрели, это такой ужас какой-то. Я буду делать вот так вот, потому что Алина не видно. Потому что 1.50 м это мало. 1.70 м это много.
80. Вот это шпала. В общем, там вообще какая-то херня была. Мы можем, в принципе, под каждую мелодию станцевать, причем получше вырастет. Там еще что-то непонятное. Вот, поэтому будем просто гулять. Встретили еще кучу знакомых. Два одноклассника, ну, не суть. Вот. Но мне понравилось в кофейне, там было хорошо. Кря-кря-кря-кря. Вот. Так что будем играть. В общем, как-то так прошел этот день. Я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео. Так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал. И увидимся совсем скоро. Пока. You're one in a million.